Глубоко уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорим о сахарном диабете у детей и подростков. Это не только медицинская, но и значимая социальная проблема. Сахарный диабет у детей – это заболевание эндокринное, заболевание эндокринной железы, в нашем случае поджелудочной железы. Что такое эндокринная железа? Это железа внутренней секреции, то есть железа, не имеющая выводных протоков и выделяющая вырабатываемые ею вещества, они еще называются инкреты или гормоны, непосредственно в кровь или лимфу. Гормон – биологически активное вещество, вырабатываемое в организме специализированными клетками, тканями или органами и оказывающие целенаправленное воздействие на деятельность органов и тканей. Гормоны участвуют во всех процессах роста, развития, размножения и обмена веществ. Тут трудно представить в организме процесс, в котором бы не участвовали гормоны. Эндокринные железы, их не так много, они известные, но все-таки повторим. Гипофиз, эпифиз, щитовидная, околощитовидная железа, вилочковая или зобная железа, тимус, надпочечники и внутрисекреторные отделы поджелудочной и половых желез. Сахарный диабет – это синдром хронической гипергликемии. С моей точки зрения, наиболее удачное определение сахарному диабету как хроническому страданию дали в 1987 году американские авторы Берман и Воган. Сахарный диабет как синдром хронической гипергликемии, наиболее частое эндокринно-обменное заболевание детей и подростков, заметно влияющее на их физическое и психоэмоциональное развитие. Ребенок с инсулинзависимым диабетом сталкивается с тяжким бременем, связанным с необходимостью ежедневного введения инсулина, проведения исследования энергетического обмена, постоянного и тщательного контроля за питанием. В чем актуальность проблемы? Ну, во-первых, это рост заболеваемости у детей и в Российской Федерации, и во всем мире. Данные по Европе – это 4,2% в год увеличение детского диабета. Данные по России – 2,8% в год. Соответственно, страшно даже не только то, что диабет растет. Страшно то, что заболеваемость им увеличивается в группе до 7 лет. Если ранее типичный представитель ребенка, заболевшего диабетом, это был худой подросток, то сейчас это чаще всего ребенок до 7 лет нормальной или избыточной массы тела. Омоложение диабета, как и других эндокринных, аутоиммунных заболеваний, накладывает дополнительные риски в плане развития осложнений и трудности ведения данного заболевания. Диабет – наиболее частое эндокринное заболевание. Практически три четверти времени детского эндокринолога или диабетолога детского – это ведение детей с сахарным диабетом. Наиболее частое эндокринное обменное заболевание. Классическая современная модель патогенеза сахарного диабета первого типа, которую придерживаются детские доктора, специалисты во всем мире, это модель Аткинсона и Эшенбаха, предложенная ими и опубликованная в журнале «Диабет» в 2005 году. Они доказали и разделили периоды заболевания диабетом. Между манифестацией диабета, то есть клиническими симптомами диабета и развитием патогенеза, патологического симптома комплекса, проходит в среднем 1-2 года. Генетическая поломка, нарушение регуляции иммунной системы и факторы окружающей среды, одна причина, почему запускается аутоиммунная реакция против собственных бета-клеток, до сих пор неизвестна.
Но когда она запускается, дальше все изучено. Происходит агрессия собственной иммунной системы против собственных же бета-клеток, которые вырабатывают инсулин. Развивается аутоиммунный инсулит, выделяются антитела определенные, это антитела глутамат декарбоксилазе, антитела к островковым клеткам, другие антитела. И в результате этой агрессии происходит снижение первой фазы инсулиновой секреции. Как следствие, нарушение толерантности к глюкозе, то есть нарушение действия инсулина, и как следствие гипергликемия, повышение сахара крови. Сначала незначительное, а потом значительное. Развивается манифестация сахарного диабета. Истинное снижение секреции инсулина фиксируется доказательным снижением C-пептида. Чтобы понять патогенез диабета, ее не обязательно надо сказать. Инсулин – это тот ключ, который открывает глюкозу для инсулин-зависимых тканей. Таких тканей всего в организме три. Это печень, жировая ткань и мышцы. Глюкоза всасывается с едой из пищеварительного тракта, и благодаря действию инсулина происходит снижение уровня глюкозы в крови. Она запасается печенью в виде гликогена, она синтезируется жировая ткань, работают мышцы, то есть делается все то, для чего нужна глюкоза. Все это происходит по механизму обратной связи. То есть в здоровом организме человек много поел углеводистой пищи, глюкоза растет, инсулин по принципу обратной связи выделяется, уходит в инсулин-зависимые ткани. Поддерживается определенный уровень, низкий уровень инсулина. Мы с вами можем долго голодать, потому что в это время из печени гликоген разрушается и поддерживается нормальный уровень глюкозы. Поэтому низкий уровень сахара ниже нормы здоровый человек не испытает довольно длительное время. Сахар будет поддерживаться у здоровых людей благодаря вот этому механизму обратной связи от 3 до 8 ммоль на литр. На сегодняшний день золотым стандартом является этиологическая классификация диабета Американской диабетической ассоциации, выделяющая сахарный диабет первого типа, подтип 1А, классический аутоиммунный диабет, при котором выделяются антитела, подтип сахарный диабет 1Б, это идиопатический сахарный диабет, происходит то же самое поражение, но антитела не определяются, сахарный диабет второго типа, более распространенный у взрослых, прямо связанный с ожирением, и другие специфические типы диабета, почти все имеющие генетическую природу. Редкие формы эндокринопатии, и отдельным блоком стоит гестационный сахарный диабет, тоже опасный диабет. Отдельная тема – это сахарный диабет у беременных. Таким образом, когда инсулина недостаточно, соответственно, глюкоза не может уйти в инсулин-зависимые ткани, концентрация глюкозы в крови растет, кровь меняет свою реологию, кровь меняет плотность. И отсюда возникают клинические признаки диабета. Из-за того, что фактически действует эта кровь как осмолярный диуретик, осмотический диуретик, возникает полиурия, обильное мочеиспускание, палакиурия, частое мочеиспускание. В результате больших потерь воды возникает повышенная жажда, полидипсия. В результате того, что инсулин недостаточно и разрушается жировая ткань, вместо того, чтобы синтезироваться, возникает похудание и, как следствие, энергетический дефицит и повышенный аппетит, полифагия. То есть ребенок хорошо кушает, много пьет, но при этом тает на глазах. И вот эта болезнь ПТП, полиурия, палакиурия, полидипсия, похудание, полифагия, очень легкий диагноз, очень тяжелое введение, лечение, это именно характерно для сахарного диабета первого типа. Что происходит дальше?
Дело в том, что жиры распасться до углекислого газа и воды они не могут. Они распадаются до кетонов. Кетоны отравляют ткани и органы организма, бета-оксибутират. И происходит интоксикация, то есть отравление кетонами. И дальше идет клиника, фактически отравление, тошнота, рвота. Но в условиях отсутствия инсулинотерапии, все это неизбежно приводит к развитию диабетического кетоацидоза, то есть происходит закисление в результате отравления тканей и органов организма, интоксикация нервной системы, отек головного мозга, кома, смерть. До 1922 года, до того, как был изобретен инсулин Бантингом и Бестом и впервые применен 9-месячному мальчику, который погибал от диабетического кетоацидоза в Торонто, в Канаде, мать дала разрешение на применение к ее ребенку тогда неопробированного препарата. До этого времени, до инсулиновой эры, 1922 год, диабет у детей был однозначно смертельным заболеванием. Все люди, не только дети, но и взрослые, у взрослых это просто более редко, заболевшие диабетом, были обречены погибнуть в срок до 1 месяца максимум. То есть мы должны понимать, что инсулин в данном случае это заместительная терапия, это то, чего не хватает организму. В том 1922 году был предложен метод, чтобы пациенты жили. Инсулин для наших пациентов – это жизнь. Тот мальчик, кстати, которому в далеком 1922 году был впервые применен инсулин, дожил до 67 лет. Дожил успешно, создал семью. На сегодняшний день мы должны понимать, когда у нас мы вооружены всеми средствами лечения диабета, что поздняя диагностика, только поздняя диагностика, может привести к летальному исходу. Ну, кроме клинических признаков, существуют и метаболические признаки. Это гликемия, сахар крови натощак выше 7,8 ммоль на литр. Это случайный показатель уровня глюкозы в венозной крови в любое время дня и ночи выше 11,1. Это однозначно диабет. И дополнительные признаки – это кетонемия, кетоны в крови, уровень кетонов в крови, кетонурия, уровень кетонов в моче, глюкозурия, глюкоза в моче. Естественно, высокий уровень глюкозы в крови пробивает почечный барьер, возникает глюкозурия. В сомнительных случаях, такие случаи тоже есть при сахарном диабете, делается стандартный глюкозотолерантный тест, то есть дается нагрузка глюкозы и определяется уровень сахара крови в динамике. Критерии диагностики сахарного диабета разработаны ВОЗ и едины во всем мире. Это перечисленные выше симптомы. И, конечно, главный из них – это уровень, повышение уровня сахара крови выше 11,1 взятое в любое время, до еды, после еды. Это совершенно не важно. Это сахарный диабет. Других заболеваний здесь, можно, конечно, подумать, да, при тяжелых черепно-мозговых травмах такое бывает, но чаще всего это именно диабет. Какие цели лечения, соответственно, после постановки диагноза? Это единственный на сегодняшний день способ, это достижение клинико-метаболической компенсации сахарного диабета, предупреждение острых и хронических осложнений заболевания, поддержание нормальной массы тела, хорошей физической и, что не менее важной, психологической формы, безопасность пациента и вообще формирование у пациента с детства восприятия его диабета как образа жизни. Лечение диабета невозможно без обучения. Это уникальное заболевание, в котором родители ребенка должны быть обучены фактически на уровень врачей-диабетологов. Если при остальных заболеваниях врач дает рекомендации и никому не приходит в голову чаще всего спросить почему, понимая, что специалист перед ним с высшим образованием, то здесь, если пациент не понимает,
почему родители в данном случае пациента, то успех лечения невозможен. Дело в том, что вопрос питания, вопрос оценки уровня сахара крови, вопрос изменения дозы инсулина родители пациента и сам пациент, когда вырастает, решает от 4 до 7 раз в день. Естественно, врач при этом постоянно присутствовать не может. Поэтому обучение на сегодняшний день в школах диабета – это основа лечения сахарного диабета. Чему учим? Учим диетотерапии определенной, учим инсулинотерапии, учим режиму физических нагрузок. Это все то, что влияет на сахар крови. И все это вместе называется самоконтролем. Первое, чему учат, это, как правило, первые лекции любой школы диабета, это диетотерапия. Как, естественно, в настоящее время невозможно расписать диету на 7 дней, вручить родителям листик и сказать, вы всю жизнь по понедельникам будете есть вот это. Это невозможно. Для этого немецкими авторами разработаны группы замены углеводов, так называемые хлебные единицы. Одна хлебная единица – это 250 мл молока, или 100 грамм яблок, или 25 грамм хлеба, или 20 грамм лапши, или 130 грамм дыни. То есть все продукты, содержащие углеводы по граммам, разбиты на количество, которое содержит 12-10 грамм углеводов или 48 килокалорий. И пациентов с диабетом учат группам замены углеводов. Хлебобулочные изделия, мучные крупяные изделия – это то, что содержит углеводы. Фрукты и ягоды, жидкие молочные продукты, овощи – все это делится в определенных количествах по одной хлебной единице. Пациенту рассчитывается, сколько хлебных единиц ему надо в сутки. Соответственно, это делится на 3 крупных приема пищи и 3 перекуса. Как правило, шестиразовое питание, оно всем полезно, даже здоровым. То, что в диетологии называется часто и помалу. И, соответственно, учитывая пищевые привычки семьи пациента, рассчитывается там завтрак 3 хлебные единицы, обед 4 хлебные единицы, например, перекусы по 1 хлебной единице. И уже пациент, зная, сколько хлебных единиц ему нужно, набирает те продукты, которые он хочет есть. Также можно идти от обратного. Пациент собирается съесть столько-то продукта, рассчитывает, умеет рассчитать, сколько в нем хлебных единиц. От этого зависит доза инсулина. Это от обратного можно использовать в настоящее время свободное питание. Это очень важно. К сожалению, при диабете все планово. То есть мы, если вдруг возникает внеплановая еда, также должны прикрыть ее дополнительным введением инсулина. То есть мы имитируем секрецию инсулина здорового человека. Сколько раз здоровый человек кушает, столько раз у него выделяется дополнительный инсулин. Другого пути, к сожалению, пока нет. Но современные технологии позволяют разнообразить диету, делать ее практически ничем не отличающейся от диеты сверстников. На сегодняшний день представлены для врачей самые и для пациентов самые разнообразные типы инсулина. Это инсулин короткого действия, инсулин средней продолжительности действия. Короткого действия начинает действовать через полчаса, имеет пик 1-3-1-4 часа и до 9 часов длительность действия. Средней продолжительности действия, так называемый НПХ-инсулин, имитирует базальную секрецию. Регуляр имитирует болюсную секрецию на приемы пищи. То есть длительность инсулинов – это попытка имитировать нормальную физиологическую секрецию здорового человека. Понятно, что у здорового человека только один вид инсулина, который постоянно выделяется в кровь в режиме помпы. Но
у пациента с диабетом мы это имитируем разными видами инсулина. Инсулин средней продолжительности действия начинает действовать через 2 часа, продолжает действовать с пиком 4-12 часов до 24 часов. И наиболее современными инсулинами являются инсулиновые аналоги ультракороткого действия, которые практически мгновенно начинают действовать, имеют физиологический пик 1-4 часа и распадаются в организме до 5 часов. На сегодняшний день в детской эндокринологии, в детской диабетологии для создания болюсной секреции применяются инсулиновые аналоги ультракороткого действия. Ранее применялись инсулины из поджелудочной железы быков и свиней. На сегодняшний день никаких животных инсулинов в детской диабетологии, вообще в диабетологии нет. Только человеческие ген-инженерные инсулины и их аналоги. Что такое аналог? Это для улучшения фармакодинамики инсулина заменяют одну или две аминокислоты в нем. Это аналоги. То есть это человеческие ген-инженерные инсулины, сделанные с помощью специальных технологий. Базальная секреция на сегодняшний день в детской эндокринологии – это инсулиновые аналоги длительного действия. Начинают действовать через 1-2 часа, практически не имеют пика и действуют в течение суток. Это была такая революция в детской эндокринологии, когда вместо дважды вводимого длинного инсулина, так примитивно назовем его длинного, он начал вводиться один раз. Только человек, понимающий, что такое делать 5 инъекций в день, а инсулин-белок в желудочно-кишечном тракте, он разрушается, поэтому на сегодняшний день инсулины все инъекционные, только человек, который 5 раз в день колол инсулин, понимает, что такое колоть 4. Это было революционно, это было снижение инвазивности лечения, инвазивности, болезненности лечения. Сахарный диабет уникальное по инвазивности заболевания, потому что все больно. И обследование больно, это взятие сахара крови, мы сейчас об этом будем говорить, и лечение больно, это инъекции инсулина. Второго такого заболевания по болевым ощущениям практически нет. Так что создание совершенных инсулинов и более редко их введение – это одна из задач науки диабетологии в частности. Физиологическая комбинация инсулинов, короткого и длинного инсулина, и создает с помощью аналогов инсулина ультракороткого действия полную имитацию работы здоровой поджелудочной железы. Какие есть средства введения инсулина? Это шприц-ручки. Очень редко сейчас встретишь, и, как правило, это желание самого пациента, введение инсулина с помощью шприцов. Как правило, это удобные шприц-ручки, которые можно носить в кармане с одноразовыми иголочками, которые подвергнуты специально антисептическим растворам и не требуют дополнительной обработки. На ручке с помощью крутящегося устройства высвечивается доза, выставляется доза, и легкое нажатие, очень тонкие иглы, практически безболезненно, но все равно инъекция. Еще одна революция, которая произошла на наших глазах прямо за время моей практики, это появление инсулиновых помп. Инсулиновая помпа – уникальное устройство, которое представляет из себя нечто похожее, знает современное поколение, знает пейджер. Пейджер носится на поясе. От инсулиновой помпы идет катетер. Специальный катетер вставляется в ткань на животе, на бедрах, на ягодицах. И с помощью вот этого катетера и иголочки происходит постоянное поступление ультракороткого инсулина под кожу. Катетер меняется раз в 3 дня. То есть подумайте, 5-7 уколов в день или один укол в 3 дня. Плюс полная имитация
физиологической секреции инсулина. То есть постоянно раз в 3-5 секунд, как в здоровой поджелудочной железе, выброс инсулина обеспечивает базальный уровень инсулина в крови. И когда человек ест, рассчитывается доза инсулина с помощью специального калькулятора болюса и, соответственно, обеспечивает покрытие питания. Все с помощью одного ультракороткого инсулина, с помощью высокотехнологичной современной инсулиновой помпы. В настоящее время уже производятся первые исследования апробации инсулиновой помпы с обратной связью. Помпы, которая умеет не только вводить инсулин, но и измерять другим подкожным катетером сахар крови. И, соответственно, когда эти исследования, испытания будут закончены, мы получим closed-loop, замкнутый цикл. Мы получим помпу с обратной связью, то есть фактически поджелудочную железу, искусственную поджелудочную железу. Я думаю, что создание такой поджелудочной железы – это вопрос 3-5 лет. И тогда наши пациенты будут получать не только малоинвазивное, но и самое совершенное лечение, полностью имитирующее поджелудочную железу здоровых людей. Обучение сахарному диабету, вернусь к этому, это сделать больного диабетом и его семью способными самостоятельно оказать себе помощь. Что это такое? Это самостоятельное изменение дозы инсулина по данным измерения гликемии и оценки диеты для достижения целевых значений гликемии с целью профилактики осложнений. Это очень важно, потому что уже затронули, как идет наука вперед, но нашим детям до этого времени надо дожить с нормальными почками, печенью и глазами. Поэтому обучение на сегодняшний день – это вершина лечения диабета. Включает рассказ о заболевании его осложнений, устранение негативного отношения к лечению, социальная адаптация, естественно, обучение технике инъекций, принципы диетотерапии, индивидуальному подходу к физическим нагрузкам и тому самому самостоятельному изменению дозы инсулина на питание, то есть обучение самоконтролю. Физическая активность при сахарном диабете снижает сахар крови. И физические нагрузки, как и здоровым, необходимы. Вообще на сегодняшний день лечение сахарного диабета у детей и подростков направлено на то, чтобы дети не отличались от здоровых сверстников. Ну, трудно переоценить значение физических нагрузок для современного человека. Это снижение веса, улучшение сердечно-сосудистых функций, повышение работоспособности и выносливости, повышение чувства благополучия и качества жизни, повышение чувствительности к инсулину вводимому, то есть снижение дозы инсулина, и, конечно, улучшение жирового обмена, улучшение липидного профиля. Но почему надо учить физическим нагрузкам при сахарном диабете? Потому что в них тоже таятся опасности для пациентов. Это гипогликемия, то есть снижение сахара крови, может развиться спустя даже сутки. Недостаточный контроль заболевания при интенсивных физических нагрузках может вызвать диабетический кетоацидоз. Недостаточный контроль может и большие физические нагрузки, неадекватные физические нагрузки могут сами по себе привести к утяжелению существующих осложнений. Ну и, конечно, физические нагрузки – это травмы, неадекватные физические нагрузки, что при диабете требует отдельного ведения. Каких целей гликемии мы хотим достигнуть? Ну, прежде всего, эти цели приближены к показателям, насколько возможно приблизиться безопасно к показателям здорового человека. Это гликемия натощак до 6, это через 2 часа после еды гликемия до 7-8, но это рекомендации европейской группы по выработке стратегии лечения диабета 93 года, они на сегодняшний день не изменились. И если это все подытожить, то сахар крови у пациента с диабетом должен находиться в диапазоне от 5 до 10 ммоль на литр в любое время дня и ночи. Это
самый лучший вариант. И к нему надо стремиться. Естественно, что целевые значения у всех индивидуальны, в зависимости от реальной клинической ситуации, но это то, к чему мы стремимся, что мы подразумеваем, когда говорим целевые значения лечения. Невозможно было бы лечить диабет на сегодняшний день, так как мы его лечим, если бы не появились портативные средства самоконтроля, глюкометры. Это индивидуальные средства определения сахара крови в повседневной жизни, также которыми пользуются пациенты сами, самостоятельно, средства для взятия сахара крови. Только они позволяют измерение сахара крови, оценка питания с изменением дозы инсулина, позволяет достичь целевых значений и выявить вовремя опасность гипогликемии. В школах диабета обучают пользоваться этими приборами, специальные тест-полоски, но в большинстве своем на сегодняшний день взятие сахара крови из подушечек пальцев рук – это тоже инвазивная диагностика, инвазивное лечение и инвазивная диагностика. На сегодняшний день по-другому диабет лечиться, к сожалению, не может. Это тоже все делается для того, чтобы наши дети жили столько же, сколько здоровые дети, и образ жизни вели такой же, как здоровые дети. Обязательное условие. Но также на сегодняшний день создаются неинвазивные системы определения сахара крови. Прибор непрерывного мониторинга глюкозы, при котором каждые 3 минуты с помощью подкожного катетера определяется глюкоза крови, межклеточной жидкости с переводом этих данных на венозную кровь, с гармонизацией этих данных. После этого графики гликемии в динамике может отследить врач и семья, увидеть, где мы пропускаем гипергликемию и гипогликемию, и, соответственно, по этим данным скорректировать питание для пациентов, скорректировать режим инсулинотерапии. Это тоже большая инновация, которая также произошла вот буквально последние 10-15 лет на наших глазах.